Всем привет, и время, как говорится, пришло, начали потихоньку приезжать все посылочки, все заказики, которые были сделаны давненько, некоторые были сделаны еще осенью, некоторые были сделаны зимой, и вот они все потихонечку до меня доезжают, а я потихонечку снимаю видео распаковок. Так, ух ты! Я думала, придет только одна из заказанных орхидей. А приехали обе моих красотки. Что ж, не буду вас мучить непонятным кадром. И будем открывать. Так. Ну, минус, конечно, пришли политые в мокром. Но, с другой стороны, сейчас очень тепло на улице. У нас плюс 20. И ничего не должно было случиться. Но, как по мне, макровастенько. Ну да ладно. Будем делать, посмотреть. Интересная такая. Так, убираю пальцы. Пришла пальма. Высокая. Листья тонкие, длинные. И это Intermedia Orange Lip. Вот такая вот. Это гибрид с эквестрисом. Природный гибрид. Очень красивые бывают вариации. Вариации цветов бывают разные. В основном они белые с цветной губой. А раньше была только белая с розовой губой. Но сейчас... Извините, фокус ушел. Но сейчас есть они самых различных вариаций. И даже есть уже они розовые с фиолетовой губой. Есть они желтые с розовой губой. Но меня почему-то... Другие цветовые вариации не впечатляют. Меня вот впечатляет, скажем так, классический вид. Я его себе заказала. И повторю, это гибрид эквестриса с фаленопсисом Афродита. Очень я люблю фаленопсис Афродита. Так, вот такой красавчик. Буду, конечно же, пересаживать. И давайте открывать второго. Ой, ты боже мой. Да, второй это эквестрис Трилип. Ой, он такой, он очень миниатюрный, поэтому не пугайтесь. Он сам по себе небольшой. И должен быть небольшой. И цветет он в таком небольшом размере. Вот он, эквестрис Трилип. У меня их тут два, дублики, рублики. В общем-то, я их столько заказала, потому что приходят они действительно не крупными. Хотя... Опять-таки, повторюсь, растение само по себе это не крупное. Но они еще приходят мелкими. И я вот так вот страхуюсь, заказывая дублем. Ну и, как всегда, есть надежда, что они могут по-разному процвести. Ну, в крайнем случае, или будет совместная посадка, или найдет себе нового хозяина. Пришли они абсолютно сухими, классные. И я их буду замачивать. Ну, как замачивать? Немножко размочу мох. С препаратами, и вот здесь вот сначала достану из мха и уже корешки обработаю препаратами, помою их и посажу в свой субстрат. Вот такие у меня новиночки. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, читайте описание, в описании будут ссылочки, у кого что я беру. Вот, если вам интересно и нужно. И всем солнечных дней, пышных цветений. И пока-пока!